Лучший детский сад во всей области находится в Миассе. Это подтверждает итог 4-го всероссийского конкурса «Детские сады детям». Из десятка претендентов на это звание лидером стал 27-й Миасский детский сад. Чем дошкольное учреждение покорило областное жюри, расскажем далее. Звание лучшего государственного детского сада в Миассе еще ни одно дошкольное учреждение не получало. Поэтому эта победа не только для коллектива, но и городского руководства бесценна. Вышивание и игра в лего для воспитанников детского сада номер 27 не просто развлечение, а целая образовательная система, признается заведующая Наталья Шмойлова. Новые подходы к воспитанию и приучению ребенка к труду разработали педагоги, за что и получили областную награду. Наш детский сад небольшой, и каждый педагог в нашем детском саду, естественно, занимается определенным видом деятельности, который, ну, наиболее ему близок, в котором набивается определенных результатов, и дети, соответственно, имеют знания по данному направлению. Поэтому качество данных разработок, ну, позволяет нам, видимо, побеждать вот в подобных конкурсах. Уровень методических разработок покорил областное судейство. В конкурсной работе педагоги по-новому представили, как через обыденные вещи можно воспитать в ребенке любовь к труду и окружающему миру. Галина Смагина, воспитатель с 30-летним стажем, преподает детям уроки вышивания. Иголка, нитка и кусок ткани способны развить у ребенка эстетические чувства, уверен воспитатель. Здесь развивается мелкая моторика, здесь идут пальчики прежде всего. Конечно, здесь идет и глаза. Они у нас тоже тренируются. И, естественно, тут цвет, вкус, эстетика. Здесь много чего есть. И самое главное, что ребята выполняют задания с удовольствием и всегда готовы учиться чему-то новому.